перед тем, чтобы начать играть программу, я бы хотела вам кое-что сказать. Музыка Скрябина – это вообще что-то безумно необыкновенное и очень космическое. Я вот эту программу сам составлял, и вот сегодня я исполню раннего, среднего и позднего Скрябина. А вообще я услышу первый раз фамилию Скрябин. Тогда, когда мне было 8 лет, и в этой же музыкальной гостиной мемориального музея Скрябина исполнял итальянскую польку Сергея Рахманинова. А музыка Рахманинова очень, как я бы сказал, океанская, широкая и свободная. Например, мой самый любимый из всех гениальный концерт номер 3 или вторая прелюдия си бемоль мажор, опус 23, который я завершу программу. Сегодня я исполню произведение для фортепиано этих двух композиторов Александра Николаевича Скрябина и Сергея Васильевича Рахманинова. Спасибо за внимание. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Михайловича Чайковского «Размышления», номер 5 о мажор, из фортепианного цикла из 18 пьес, опус 72. Thank you.
Мазурка номер 6, Дубис минор, сочинение 3. Исполненным разом. Давайте. Напись.
Господи соприкоснулись с таким чудом. Каждому из нас досталось такое ощущение, такое впечатление невероятное. Как мы теперь стали богаче душевно от Андрея.